мои родители запрещали мне читать лежа. Ага. А я своим детям разрешаю читать даже стоя на голове. Но они все равно не читают. Заходит в казарму командир роты. Невальный кричит: «Смирно!» Следом заходит командир полка. Невальный кричит: «Еще смирней!» Что для мужчины самое главное в жизни? Вовремя стирать носки и смски. Вот однажды, помню, в молодости меняю на работе светильник. Ага, чисто женский коллектив в этом месте. И вот нас спрашивает: «Молодой человек, а вы женаты?» Я говорю: «Нет». Она говорит: «Вот если на нашу Мадонну что-нибудь роните, обязаны будете, как истинный джентльмен, на ней жениться». Ага. Я взглянул на Мадонну, ага. Никогда в жизни еще не был настолько осторожен. После того, как Дед Мороз отмутузил депутатов, в него начали верить даже взрослые, не только дети. Петуха, что же все-таки толкнуло тебя на ограбление ювелирного магазина? Да вот, на витрине было написано: «Господа, не упустите свой шанс». Наконец-то я расшифровал, что означает надпись «ХХХЛ» на одежде. «Хватит хавать, харя лопнет». Я предполагал, что после свадьбы с женой у нас будет в 2 раза больше денег, потому что будет 2 источника дохода. Так и вышло. Я устроился на 2-ю работу. Ну что, красавица, покатаемся с ветерком? Не, не могу. Остеохондроз. Покатаемся на катере? Не, не могу. Ревматизм. Искупаемся в речке? Не, не могу. Сердце прыгает. И что же такая больная глазки строила? Да где-то косоглазие. Подписываемся, кликаем на колокольчик.